Криминалист по делу о трагедии в Одесском доме профсоюзов Сергей Искрук, покинувший Украину из-за давления со стороны Генпрокуратуры и угроз от националистов, провел встречу с главой офиса ООН в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР. По итогам встречи удалось достичь договоренности об интервьюировании Искрука представителями ООН для фиксации подлинных результатов экспертизы событий 2 мая 2014 года. Напоминаем, что ранее криминалист впервые озвучил причины гибели людей в Доме профсоюзов. По его словам, это было химическое отравление.